В особняке депутата бродячих псов нет. Куда в Астрахани дели десятки миллионов, выделенные на борьбу с собаками-людоедами, никому не понятно. В Астрахани собаки в очередной раз загрызли человека, а год назад на решение проблемы выделили 38 миллионов рублей. Курировал вопрос председатель местных депутатов. Что произошло с деньгами, никому не понятно. И снова вот люди боятся выходить из машин. Что творится, никто не знает. И статья большая, я зачитывать не буду. А проблема с бродячими собаками пока не решится, пока не будут наказывать людей, которые сначала заводят собак, а потом отпускают в свободное, как говорится, плавание. Они на улице размножаются, вот и появляется вот так. Пока не начнут наказывать, завел собаку. Где она? Покажи. Нет собаки, значит штрафовать. Вот так только. Тогда только будет порядок. И люди будут бояться выбрасывать собак на улицу. Это в каждом городе, в каждом регионе, в каждом сельском населенном пункте такая ситуация. Я вон с окна вижу, бегают собаки. Вот, так что... А скажешь, говорит, а они это никому не мешают. Ничего себе, это пока не мешают. А вот загрызли же в городах. Везде слышны только то ребенка загрызли, то мужчину загрызли, то женщину и так далее. Но это кошмар. Так что вот так. Проблема собак постоянная. Это уже... Сколько лет уже слышно, вот этот депутат, куда дел деньги, непонятно. Что он делал с этими 38 миллионов, это не маленькая сумма. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.